Задача, конечно, стали не обязательно выигрывать, но чтобы ребята держали хороший темп, высокий темп и по возможности побольше контролировали мяч, временами накрывали, прессинговали противника. То, что в некоторых моментах сегодня у нас удалось, ну, мы, в принципе, довольны и содержанием игры, и то, что команда выиграла. Впереди сбор в Австрии. Какие задачи, в свою очередь, на сбор уже поставлены? Ну, это получается у нас самый последний сбор перед началом чемпионата. Так что там будут уже все игроки вместе с сборниками. Уже будем уже наигрывать окончательный основной состав. То, что те ребята, которые будут играть в новом чемпионате. Поэтому и будут товарищеские игры совсем, наверное, другого уровня будут уже команды из французской премьер-лиги. Так что будут, я думаю, будет хороший сбор плюс и хорошие товарищеские игры.